Всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале, и с вами Виторган 177. Сегодня у нас с вами на обзоре HTZ T150K для версии 23.10, 15, 8, 11, 15. Автор 3D модели Силак 68 и Д. Александрович. Автор моды Д. Александрович Илья. Особенности мода. Проработанный салон, анимация руля и приборов панели, собственный груз, встроенный манипулятор, два вида расцветки. Ну, расцветку мы установили сейчас с вами, та, что идет изначально. Я текстуру не менял. Мод разрешается выкладывать на любых тематических ресурсах, но с указанием автора. Разрешается конвертация и использование материалов мода для своих разработок. Вот. Так что, то бишь... Ссылочка под видео будет. И знаете, я изначально что-то как-то мельком так прочитал. Думаю, блин, короче, все. Типа, связываться с автором надо, можно, нельзя. Ну, здесь все у нас можно. Слава богу, предупредили. Так, фары работоспособные. Клаксон отличный. Вид из кабины, как было и обещано, с анимацией руля. Даже стрелки там какие-то шевелятся. Мать честная, вот это да, вот это роскошь. Офигеть. Да-да-да, все прям как и должно быть. Текстуры в кабине тоже обалденные. Так, вылазим из кабины. Что у нас по аддонам? Давайте посмотрим. Маячки. Маячки можно поставить на кабину. Классно. Супер. Так, бортовой прицеп. Тоже у нас такое имеется. Так, в дефолтном варианте все это дело. Сервисная тележка. Все дефолт. Короче, все аддоны у нас дефолтные, к сожалению. За исключением... вот есть у нас еще такой вот манипулятор. Манипулятор у нас не снимается, не одевается. То есть автомобиль у нас, то бишь трактор, вот в таком исполнении. И никак иначе. Да, все заработает, как надо. Все супер. Отлично. Так. Парковочные опоры работают, в землю не уходят. Захват тынц-тынц. Так, это мы провели, вращение захвата. Так, все нормально, ребят. Короче, все у нас здесь рабочее. Так, поехали, наверное, прокатимся. Как вы можете видеть, я катаюсь на своем новом полигоне. Знаете, что меня смущает? Громкость. Офигеть, такая... Ой, простите, я забыл парковочную опору убрать. Машина-зверь. У нас здесь, правда, не включается ни блокировка дифференциала, ни полный привод. Я так подразумеваю, оно здесь уже все включено. Да, прет он, конечно. Офигенно. Да, вид из кабины, конечно, впечатляет. Блин, мы едем на автомате, он вообще, по-моему, тормозить не собирается. А что же будет, когда повышенный? Он еще шустрее поехал. Так, что-то я подлагиваю маленько. Ладно, надеюсь, это у нас все пройдет. Уровень нанесения водой у нас так и не появился. Не дал о себе знать.
Да, машина зверь, конечно. Проходимость у него, судя по всему, обалденная. Поворотливость тоже очень хорошая. Поворачивает вообще от души, конечно. Да, супер автомобиль. Слушайте, у меня прям, честно говоря, периодически дар речи пропадает, потому что просто засматриваюсь на него. К сожалению, на моем полигоне для погрузки бревен так ничего и не появилось. Так, можем мы загрузить на него только короткие бревна. К сожалению, блин, и с этими петардами. То бишь 2 очка. Блин, а визуально, знаете, кажется, как будто и средние поместятся. Но визуальное представление оказалось обманчивым. Ну, едет он, конечно, я могу сказать, отменно. То, что мы бревна в него положили, мне кажется, он особо это не почуял даже. Едет просто шикарно. Текстуры на автомобиле просто шикарнейшие. Вы можете даже сейчас наблюдать вращение вентилятора, охлаждение радиатора, которое. Видите, надеюсь, да? Вот мы уже не успели проехать, как уже оказались на пилораме. Вот оно, вентилятор вращается. Видно, да, надеюсь? Разгружаем наши 2 очка. Смотрите, включаются задние фары. Такие, причем конкретно светящие. Да. Офигенно светят. Это не то, что вам обычные те самые те лампочки, которые присутствуют на обычных грузовиках. Здесь же все. Офигенно. Ну и поехали съездим по камням. Да он что на повышенной, по-моему, что на автомате одинаково с одинаковой скоростью едет. Мне так кажется. Ну вот появилась у нас сейчас ненадолго полоса нанесения урона водой. Но она появилась беленькая. Как бы особо-то и не поймешь, когда там урон-то наносится. У меня есть одна идея, как это можно проверить. Скорости переключаются, а скорости, по-моему, не прибавляются. Во. Во. Во, понесся урон. Там достаточно глубоко. Давайте попробуем. Чё там?
Уть. Ух ты, подводная лодка прям. Проехал. Обалдеть. Вот это да. Даже не загло. Ну-ка еще раз. О! Подводная Одиссея команды Кусто отдыхает. Нервно курит в сторонке. Да, конечно, машина просто зверь. Вот так вот мы намокли. Все как положено. Ну, собственно говоря, я, наверное, закончу на этом обзор. Техника обалденная. Это все-таки у нас Т-150. Как-никак. Не всякая там фигня. За исключением одно отличие от стандартного Т-150, что у него здесь три оси, удлиненная база, встроенный манипулятор. Честно говоря, не интересовался относительно реалистичности данной модели, то бишь присутствует ли она в жизни. Ну, вполне возможно, почему бы и нет. Но мне кажется, просто очень такой хороший функциональный автомобиль. На него хоть самосвал поставь, хоть что, он просто будет переть и переть, без разницы, что там на него положат, на него засыпят. Машина очень хорошая. Трактор просто от души получился у данных авторов. Спасибо им большое за данную модель. Так что, ребят, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем пока!